Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Glimpse of Zombie. Ага. И у нас сейчас такое задание. Проехать вторую вот эту катку. Попробуем. Не знаю, получится или нет, конечно. Но я надеюсь. У нас... О, ускорение закончилось, ё-моё. Так, с этим с ускорением у нас проблемы. Хотя... А я не помню, мы же ускорение полностью прокачали. Почему у нас так быстро заканчивается? Ладненько. Ничего страшного. Проедем. Угу. Опа, 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 опа. Немножко, немножко не хотела. Давай перевернемся, этот зомбаря. Хлоп с ним. Есть. Смотри, как у нас машинка еще умеет делать. Так, а здесь все, мы остановились. Закончился бензинчик. Сейчас посмотрим, сколько нам дадут монеток. Так, 538 монет. Хорошо. Ага, на бензина не хватает все-таки. Ладно, поехали. Сейчас все-таки мы заработаем на бензинчик. Я думаю. Да что ж мы не можем проехать-то эту дорогу-то, а? Как вы думаете, что нужно прокачивать? Бензин? Или усиливать двигатель новый покупать? Так, у нас тут... То мы прокачали с вами, ребята, ускоритель полностью. А колеса я не помню, прокачивали или нет. Мне кажется, и колесики мы прокачали. Но сейчас посмотрим. Вроде бы прокачивали мы колеса. О, давай, 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 давай. Еще, еще, едь. Ой, хорошо. Может быть... Ай, да, вот совсем чуть-чуть, и мы бы проехали бы с вами трассу. Так, не хватило у нас бензинчика. Так, 1400, нормально. Приобретаем бензин. На остатки мы с вами давайте купим еще двигатель помощнее. Ой, хорошо. Так, ну и тысячу мы монет с вами подкопим. И уже полностью мы с вами закроем бензин. Да. Полностью с вами закроем бензинчик. Ой, хорошо. Прям с новым двигателем. Машинка сразу летать стала. Ой, хорошо, смотри как. Летим, летим, летим. Ого. Куда мы залетели с вами? Сюда я не залетал ни разу. Да, вот что значит мощный движок. Прям я не ожидал, что такой прирост будет производительности. Нифига себе. Вон зомбарь, зомбарь. Ай-яй-яй. Давай, а давай наверх, еще немножко. Нет, не хватило нам мощи. Ладно, мы внизу проедем. Здесь по туннельчику с вами. Главное, чтобы бензина хватило. Нет, бензинчика не хватило. Но это все виноват двигатель. Надо нам двигатель прокачивать. Так, 700 монет. 700 монет. Давайте приобретем тогда двигатель. Вот, а потом, может быть, мы купим еще какую-нибудь броню. Ну, хотя... Я думаю, мы на второй катке купим броню. Тихо, тихо, тихо. Главное не застрять здесь. А, чуть-чуть. Чуть-чуть застряли все-таки. О, я здесь хочу прям полностью прям так полетать. Получится или нет? Есть. Летим, летим, летим. Ой, хорошо. Так, здесь мы не допрыгнем. Надо внизу. Ладно, по туннелю проедем сейчас и... Максимально зомбарей вот этих мы убьем. Так, наверх, наверх, наверх получается. Сейчас я его хлопсну. Вот так, хорошо. Даже так можно делать. Почему бы и нет? Так, а ну-ка. Совсем уже чуть-чуть остается нам доехать. Так, в смысле топливо. Топливо закончилось. А сколько мы заработали? Угу. 600. 600 монет, а в гараже у нас 800. Все равно не хватает у нас. Но, в принципе, на движок хватит. Вот так вот. Вот так мы и поступим, ребята. Я думаю... Все, давайте, все. Будем копить на бензин. Больше не будем ничего тратить на бензобак. Будем копить нам деньги на... Бензобак. Двигатель все, больше не будем пока покупать. Итого мы сколько? 900 монет потратили, нифига себе. Тоже это много, я считаю.
Я считаю, это много. Так, ой, хорошо. Да, если бы ускоритель бы еще не закончился. Ну, в принципе, проехали мы. Проехали мы здесь. Так, давай, 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 давай. О! Молодец, еще едь. Хорошо. Может, доедем. Давай, еще чуть-чуть осталось. И да, скорее всего, мы доедем. Ребята, доехали. Доехали. Даже у нас и бензин закончился. Но этап завершен. Наконец-то таки. 800, почти что 800 монет. Проехали этап. Ага. Третий. Это третий заключительный у нас пошел. Давайте приобретем броньку. Новенькую. О! Какая бронька красивая. Все. И теперь мы копим на бензобак с вами. Все, деньги не тратим больше. Только на бензобак. Нифига у нас броня какая интересная. Какие-то эти самые, знаешь, ребра какие-то, знаешь, такие сделаны, как будто. Наша машинка превращается в скелета такого. Зомбаря. Ну а что ты хотел? С зомбарями воевать. И машинка должна быть похожая на зомби. А, это у нас новая трасса, ребята, интересная. Ага, до середины мы доехали и закончился. А, нет, в смысле? А, бензин же был у нас. Непонятно. Почему у нас машинка так остановилась? Так, не хватает у нас на бензобак. Поехали еще раз. Нам нужно прям максимально бензинчик купить. О! Потом уже будем тратить на двигатель. Двигатель на трансмиссию. Ой-ой-ой-ой-ой, как нехорошо мы стукнулись здесь. Все, и у нас ускорение закончилось. Да, как-то нас все странно ведет автомобиль. Он просто-напросто останавливается на ровном месте. Давай, 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 едь, едь, едь. Вот, хорошо. Сейчас уже получше. Так, наверх не надо. Зачем? Давай по низу. Поедем, тут тоже хорошо. Тут тоже все нормально. Так, главное, ребята. Главное, ребята, что в этой игре? Чтоб не заканчивался бензин. И чтоб мощность была хорошая у двигателя. Проехали мы прям очень хорошо. Я думаю, у нас много денег дадут. 800, почти что 1000. И у нас было там где-то 600. 1400. Давайте приобретем максимально топливный бак. Все. И поехали дальше. Поедем. Давай, 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 ускоряемся. В принципе, хорошо мы проехали. Давай, давай. Ой-ой-ой, поверху, давай, поверху. Хорошо. Все, зомбарики отлетают. Только так. Еще чуть-чуть. Так, а здесь тоннель у нас. Ё-моё, слишком медленно написано. То есть чего, не тормози, машинка, давай. У нас еще много-много проехать надо с тобой. О, смотри, нифига, два зомбаря летит. А, висели два зомбаря наверху. А этот бежит, как собачка такая. О, опять, посмотри, прыгает. Есть, взорвали мы вас. Вот эти прям... Вон зелененький бежит. На тебе, убежал. О, сверху смотри. Сейчас он прыгнет. Да, прыгнул прям на меня. Надо мне еще патрончиков купить, чтобы вас подстрелять немножко. Все, хорошо, проехали. 800 монет. У нас здесь получается, что можно приобрести. А бензин полностью у нас купленный. Давай тогда купим колеса новые. Во-о-о. Да, посмотрим сейчас, какие колеса будут. Ох, нифига, прикольные колесики. С такими-то колесиками, я думаю, мы далеко проедем. О, смотри, аж пыль поднимается из-под колес. Вот это мощь. Да, колеса это все-таки... Ребята, у машинки что главное? У машинки. Это колеса? Это двигатель. Это и колеса тоже очень важны. Поэтому... Колеса надо обязательно покупать, чтобы проехать эту игрушечку. Игрушку эту пройти. Так, все, ускоритель закончился. Давай, бензинчик еще есть. Давай. Ух ты, прям наверх, наверх, наверх.
Чуть-чуть наверх не залетели. Так, зомбарь летит. Ладно. Чуть-чуть нам не хватает. Так, коробок очень много. Смотри, они очень много поставили коробок на нашем пути. Зомбари вот эти вот. Давай, давай. А, бензинчик. Бензинчик. 700 монет. Что мы можем приобрести? А, давай купим тогда пушку. Как раз у нас хватает денег на пушку. Во. Теперь у нас будет больше патронов. Больше патрончиков, больше пулек. И сейчас мы будем этих зомбарей стрелять. Вот, хорошо. Едем, едем, едем. Давай. Ускоряемся. Ой, хорошо. Чуть-чуть не долетели, правда. Так, три патрона у нас осталось. Два. Так, зомбарики. Зомбарики, зомбарики. Вообще задача такая, еще, мне кажется, вот такого автомобильчика. И уничтожать зомбарей, чтобы их меньше было. Вон, видишь, летит один. Какой страшный зомбарь. О, летит, летит. Бежит, как собачка, видишь? Такой вот у него. Какая-то такая у него кожа красная, красивая. Сколько мы играем с вами такие игры, да, ребята? Везде всякие разные зомбари. Так, и что у нас там? Все, перевернулась наша машинка. Да. Давайте посмотрим, сколько нам дадут монеток. Хорошо, 800 монет, ребятушки. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. А также пишите, чтобы я передал привет. Ты должен поставить лайк на этом видео и написать привет. Либо там передай привет. Ну вот так вот, я обязательно передам. Ну а сегодня я хочу передать привет Максиму Павленко, Жене, также Кристаллу, Скромному. И еще хочу Александре привет передать. Ну что ж, дорогие друзья. Пока-пока.